тебя по болезням раскидывать, оно должно работать. Это не пофиксили? Да, это так и должно работать. Должно? Да. Не, ну больше танка дамажу, кстати, ребята, больше танка. Ну да. Так, а зачем всех? Зачем боковых? Ну там, видишь, там большой идет. Ловушки не деактивированы. Да, и большой еще там. Да, на сала теперь 10к, только это мой предел. Ну сейчас на боссе проверь. Солнцепад вообще я не жду, дамагу. Я жду, когда котов порежу. Зачем их резать? Они в балансе. Кого порезать? Тебя. Зачем? Куда котов? А куда ты ДК резать? Они и так не дамажили. Там мобы такие долгие в этом груле. Много, да, извини меня, они по 4 ляма, что ты хочешь? А вы не скипали мобов? Первый, который самый. А, ну да. Мы там их били примерно, сколько мы здесь будем Саурфанга бить. По-моему, по 4 миллиона вроде. По 9. Чё? В смысле по 9? Каждый моб по 9 ляма. Это в груле или в маге? Груль. Я в груле только. А, в груле, в груле. Ну, потому что в магике я видел там по 4 ляма у этих тюремщиков. А там что, дамаг какой-то повыше? Ну, да, просто не может быть такого. Да, а что там, баф какой? Во всех герах повышенный дамаг. Ну, что такое ДП? Что, в ГБ? Боешь, ты бэшь, да? Ну, красиво. На продажу потом, кто хочет заниматься продажами, сразу. Кто выгоднее продаст, короче, пусть казначей будет. Не продам. Потому что так, если чисто через алф продавать, то этот. А как? Ну блин, если ты продашь кому-то на руки, так дороже выйдет, наверное. Не, наоборот, потому дешевле. Алф 10%. На руки дешевле, наоборот, ее. Всегда дешевле на руки продают, да. Это на алф выставляют 10% подороже. Ну да. Там страны сами. Покупают всегда. У меня же АУЕ не бьет больше. Бля, но солнцепад под 1000 дамага вместо 6к раньше как было. Это ровно. Да, а Фрост ДК чисто косой дамаж. До сих пор. Одна кнопка до полного счастья. Ну я думаю, ты Влад ДК гораздо больше дашь, чем в своем просте. Почему? Босс ДК все равно сильнее. У него же там не АОЕ. У него оттуже АОЕ сильнее. Он же 5 целей бьет и с руническим подуже. Нормально. Ну да. Кстати, там еще закаленный в крови клинок вообще плохо работает. А там же что-то с ним. Я не знаю, что с ним сделали, но там чел с фулл ЭПБ за бой там клинок 70к всего нанес. Очень мало. Процента 2, что ли. Хотя у него фулл РПБ, а он же от РПБ зависит, по идее. Да. Ну, рунический клинок это урон от оружия же он как-то. Ой, меня в кокон. Меня в кокон взяли. Сейчас, не. Жуков первый. Ты не в кокон? Сейчас я в кокон. Не знаю, на какую кнопку поставить. А, давай работаем. Что поставить, я не понимаю. Ну, типа, ну, я поставил на правосудие пойло. Как только я нажимаю правосудие, я пью. Но, блядь, пойло уходит пиздец как быстро. Ну зачем тебе? Я забываю пить. Так у тебя же вон общий чат ставишь, и там тебе пишешь, когда ты нам навеселее. Поставь на тот катаку, который тебя дольше всех откатывается. Либо прожимку какую-нибудь. Да, на вон на крылья поставь. 2 минуты. У меня быстрее спадет баф. Вот что прикол. Он там держится минуту, мне надо. Ну я, короче, на кисти рук, наверное, поставлю. 30 секунд откатываю. Ну, кисти рук, кстати, неплохо, там 45 секунд. Атаку не надо ставить, да, потому что там по КД его сжимать будешь. Или ты решил все ГБ выкупить потом? Закупимся.
ДПС. Теперь сова последний по ДПС. Что за хуйня? Бывает. Так, ладно. Сейчас ГБ поставлю, возьму сразу сопрот оттуда. Ну сопрот мы на ком пьем, на этой... А вон отель. Да, вон отель. На Сендра Восса тоже. Ну, обычно Сендре тканики пьют. Ткань. 14 рыбок возьму. Больше на 9 потратим. Сейчас Киртл перезайдет. Слабо не дай паспорт на 10%. Слабо. Ридар, уйди. Почему? Леха, уйди. А, блядь, че... Еще дальше. Да-да, типа, есть! А камера наклонит просто полностью. Фрейм до сих пор не исправили. Да, окей, мы тоже поймем так. Да. Выгнали. Пойду плакать. Там. Пойду плакать. Ну, палы сейчас бурсят только. Хорошо. А так они ниже и ниже спускаются. А какой у тебя минимальный дамаг был в игру магики? Ну, не откидывал. 14. 14к у него. Это после убийства, да? Угу. Ну там баф. Ну там повышено, да. На королях я стоял, АФК, собаку бил. Потом на магике. Я на полбосса умер. Вот сказка реально для меликов. Стоишь просто. Ничего делать. Он сказка. Там рогай. Ты-то пиздец. Шепард? А, она везде держала топ-1. И сколько она давала? 25? Это под бафами, а так на магике она тоже на топ-1 висела. 16 вроде на выходе давала. Это шадешник был, да? Я не знаю, я не смотрел. Может камбарь? Камбарь. Шадешник же не дамажит. Да, комбат это был по-любому. Пока РЛ проснется. И зашел. Так, мажу крутак. А, кстати, да, надо помазаться. И... Леха, дай масло, это же поможет. Дай масло, это же поможет. В ГБ его умилял. В ГП есть, мы же с Нурик сделал. Точнее, я сделал, Нурик. Да не бери, я тебе дал. Не, просто чтоб не тратить сразу все. Все помажусь. Хламоботу возьму, потом наставлю. Правильно, пусть дамажит. Пусть посохом дамажит. А 10% каску не дадут. Да. У всех масла есть? Что тебе эти 2% да, дадут? Дадут многое. А подожди. А, да. 2% СПД дополнительного. Ну, как минимум. А пофигу на кулак, все готовы? Угу. Надо ускоряться, у танка до 8 время. Так у нас тоже. Просто до 8 тут. Ну все тогда. Танк агри, мы и поджопы все. Да, на пульсов. Сразу Герус пула. Боже, как лагает. Шип. Не. Ебать. Его сбрила моя буря. Шип. А, ясно, там смотри, магов как бахнули. Да и Кирус что-то не отстает. А он со истерией собака. Быстрее, снимите меня шипом. Какой истерия? В смысле? У тебя истерию уже дают, нет? Да блядь, Миша, можешь? У меня не будет. Все, разбегайтесь. МА от огня, да? Где аура от огня? Вообще не вижу. На месте. Ебать. Так, я понижаю пока график, у меня тошнит. Иди вот туда. Я под жопу снимаю. Сейчас огонь исчезнет. Карагер когда? Все. Что когда? Карагер. Не знаю, либо завтра, либо во вторник. Ой, а как? Размахом. Меня на шип посадили.
Ну там пока один сидишь. Как ты ржач на шагу сидят. Керус, спускайся, Керус. Спустись с небес. Макро стоит. Ты что-то макро загнал. Вообще. Кир... Ваня, щиты подари. Что упало? Так, надо кому-то. Херня. Саня, вон нахупало ноги, смотри. Какие нахупало без косты? Не без потолка, да. Че, я тут в танка? Подержу моба. Ну да. Почему нет? А, тут же квест на это. Да, квест сделаем. Хочу бобровое колье с ланотели 25. А Митрин, падает мне. Вот тот самый дворф. А в смысле два квеста? Подожди. Два квеста, да. Один для 25-ки, другой для 50. А какой брат? Два берись. Все равно один выполнится, все. Это баг. Да, пыли-пыли, если не надо. Кому здесь? Если кому-то надо, он кричать будет. Да. Вот если череп выпадет, пыли Лёхе нужен. Да, мне череп тоже нужен на кота. Я череп еще давно забился. Череп. Да я, блядь, то а смысл у меня с того игры? Хотя достать и мысли. Нормально. Еще даже 4-4 не собрал. Косты сбивайте, она взрывает очень больно. Да, взорвется, лучше отойдите. Он сейчас превратится. Вот этот, по-моему. Понял? Вот сейчас он взорвется. Осторожно. Там бабах. Все, он бабахнул уже. Там у него каст похож на потроши... А, на этот... Урок. Ковальный удар, что ли? Ой, на ком этот? Видите, только в правую сторону. И ВБ. Да, вижу. Сова, конечно, сильнее, чем до реборка, все равно. О, бля. О, повреждён. Ей-ей-ей-ей. Габан. Есть шмотки. Не-не, ты чё, это кажется. Не-не. У каждого что есть, я видел. О, что ты скачал? А, всё. Не, ну первый с губан. Давай, вошел. В смысле? Да они ничего стоят эти. А у меня здесь напад, не бьет в ОУЕ. Так-то они, знаю, они дают квест на... Че, поврежденка 100 голдыс. Так это нас накрепилировал. 200 же. 100. Не может оно 100 стоить. Если 100 стоит, я его скуплю, столько рецептов. Оно 200-250 где-то стоит. Да оно не стоит. Если даже 200. Раньше он 400 стоил вообще. Дешевый. Блин, под бухлом так прикольно, да? Ну ты привыкнешь, уже не станешь замечать разницу. Как профессионального кажется тебе, да? Единственное нормального. И ВБ. Кстати, тут на кораблях, в блокере, Мурадином можно бесконечно держать, он не попадает и не стакает. Нормально. Он же обычно стакал до этого. Так, я спекусь, поэтому... подождите. Давай. Не торопитесь. И ОБ тебе нужно, а тут пока без рыбки. То потом еще на трэше вдруг лайкнемся. Хочешь лишнюю рыбку терять? Так, мы все станем за леди, чтобы танкам легче было, и Дарнавана лишний раз, чтобы не трогать. Всем хай. Че, ты в танке моба держать будешь? Ну, да, он на танку поддержит, можешь не хексить. Слева мобов сразу примем. А остальные за леди станем. Главное его не убей. Да. Чё, готов? Идем аккуратно за леди, самым сразу. Дарвану, да? Называется? Дарнавану называется. Дармана. Всё, го. От тьмы поставьте, если мне что-то пристабав. Вышли, вышли. А, чили. Всё. Культ фанатиков первым не бейте. Ты вроде... Блять, он взорвется сейчас, аккуратно. Нормально. Там бьем босс.
Вот, находится в алкогольном опьянении, значит, пьянка закончилась. Так я на чат вообще не смотрю, во время боя. Ты можешь щит снять, чтобы ему урон щита не приходил? Да я спиной его там. А, окей. Он тебя даже не бьет, наверное? Бьет? Поглашает. Поглашает он. 15 секунд, помощник, приготовьтесь. Фанатиков пульта первого не надо. Опять что ли рекаун сломался, мне кажется? Да работает. Значит, не сломает. У меня стоит текущий бой, но у меня один тот же ДПС 9к и буквально 2-3 сотни миллионов. Фанатик. Вышли. Да. Реверженцу надо бы раз бить, он взрывает. А он взорвался у нас. Ну ладно. Бывает. Да, он теперь поглощает, да, вроде? Да, поглощает. Нет, он возвращает аккуратно, ребят. Пусть медики его взять за ключи, потом он добьем. Чуть не шоком. Хорошо, что не критонул по себе. Все, сейчас ближе к центру уводи. И косты выпивайся. На пол там агро срывается всегда. Каст. Так, за кем-то дух идет, милизона как бы. Его бой. Его бой бьет. Кто там один удар под щитом вообще не чувствует. Лужа набьёт, о, блядь. Да ничего страшного. Есть все руки пожать? Я захилюсь там. Окей. Мне тут сапоги нужны, тканые на крит-хаст. Они же здесь падают, да, по идее? Угу. Да. Я понял. Да, хорошо бы, если упал. Да уж. Ещё бы, если я сролил. Ещё крит-хаст. На меня дух и бьёт. Да все. Блин. А, угу. Запы выпали. Все на РДД. И грудак. Да. Почему на РДД? Вон. Грудак выпал. Ну, запы у меня такие есть. Я их нашел. Так, через лифт все вместе поднимемся там. Вместе через по-моему. Лифт? О, чем через телепорт? Боешь. О, портал есть. Где боешь? Где? А, на грудной успех холодных уз. Где боешь, кстати? Ты его видел? Задание с сумки ему упало. Тим совсем понял. Давайте все на раз, два, три откроем. Так сказали, через лифт, куда вы, кто уже тягнулся? Какой лифт? Через ТП я говорю уже. ТП, все. Так. О, козулы. А, только... Блять, вот его козулы сказали, она мне упала. Только... Лёха, я из-за тебя нажать не могу, иди. Зачем я его за черного кота начал открывать? Я не черный. Сейчас за расизм. Пиздец, так, все, давайте прибегаем. Я сумеречный. Пошли. Сумеречный. Драфан, уйдите до конца, да. Там просто если там... Уже его... Что-то много, ну, убить его здесь. Придется этих проповедников тоже убить. Иначе мы не сможем взлететь просто, когда бат был такой. Очки на область. Я даже ничего не упал. А хоть кому-то бою упало? Нет. Мне не. Ну не все открыли, по-моему, нет? Ну танку упало и Кирта упал. Я на пушке. Я на пушке. А, серьезно, никому ничего не упало, господи. Никому ничего. Так, я сейчас кину метки, кто полетит. Я на пушке. Алло, тут тоже. И Кирта. А, да, кстати, надо взять здесь. А я тут на корабле, да? Да, ты тут сверху побольше можешь перейти. Так, все возьмите вот здесь. Танк, знаешь, у края корабля, чтобы тебя захитили. Не летая. Так, все. Давай терчи, гон, там никто не отходил у нас. Главная сила. Так, ты на пол, ты с нами полетишь, все. И выбрав пушку себе.
заставляют бегать. Да, ничего страшного. Все запускаем, да. Проходной босс это. Чё тут? Там главное, чтобы да, тут не стойте. Вначале тут куда стреляют, бывает там не замечаешь метки под собой. Правую пушку кто занял у нас? Двигался. Подожди, двигался там, кстати, мне показывают какие-то... Правый, да. То правый двигался, да, занял у нас? Да. Да. Окей. Лёх, у тебя такой огромный таргет, пиздец. Напиши на форум, Лёх. Ты заебал, блядь. Написал, вот это такое тупое выражение лица, блядь, хоть удались. Да, обидно, ни черепа, ни боешки. Класс. Портал. Сука. Мужиков теряем. Гав-гав. Так, танк может лететь уже? Ну, через 5 секунд. Поедем, Родина. А я не могу полететь, я участвую в бою. Ясно. Там, походу, снизу трэш какой-то загрелся. О, господи! Да, нормально, и так урубаем. Лёха, ты, кстати, можешь не отходить, зелёнку просто прижмись. Лёха, лети тогда ты туда. Я на корабле трэш наш почищу. Так мы так заливаем, не надо. Всё, окей тогда. Блядь, какой-то трэш загрелся, мне теперь его искать. Обратно. А чё Мурадин там наверху забыл? Танк, возвращайся, он просто цакает, потом шотнет. А там уже 8 секунд, ладно, после этого. Ну все, ждем. Не летите. 5 секунд. Все, ждите пару секунд, да, там стаки спадут, Владимир. О, кошня. Ну как он наверху загнал? Уже тебе больше не улетать. Не улетай? Ну ты зачем? Мурадин там чилит реально. Охота вышла. О, я отсюда туда ракеткой в нее попал. Еще один был. А чё в правой пушке никто не сидит, что ли? А. Ты ба, чё ты делаешь? Этот рек дерется, Мурадин. Ты сидит, прыгает, как смотрит. Он селфи делал. Мурадину. Танцы с Мурадзин. Блин. Да, успеем взорвать. Ты перед заморозкой сразу скидываешь стак? Да. Понял. Второго забил. Да, охуеть. Крикнул. Ну, по-моему, они на грипп не уязвимы. Срывается. Да забей, нормально. Простойку включи. Там все поглот просто в тебе. Офигеть, там уродин 50 стаков уже тебя не пробивает. Это вроде нет. Ну, нормально.
здесь наносим урон увеличенный. Ну, нормально пробивает. 530%. Мне бы такой бал. Да. На сурке вот так чисто настрелял. Все там? Можешь оставаться там. Давайте добивайте все. Пока. До свидания. Чивку дали. Амбардаж. Чивку. Чё, каждый участник рейда должен бывать на вражеском корабле? А в смысле? А чё за бред? Мне не надо. Я не был, я же должны так не могу. Это из-за Мурадина, наверное, из-за того, что он там стоял. Ладно. Окей. Ой, да господи. Вот эти мне лата нужны были на ДК. Да, слушай, навар бис-бис. Бля. Тогда я тоже когда ходил в целка, там мне не... Кому нужно, берите. А чё, ДКшнику не нужны эти тапки? У меня крафтовый 64. Бери, если надо. Ну, возьми. Кому надо, мне нужно, нажимайте только. Ой, запускайте сразу, что там. Нужна? Давайте рыбачьи сказки обновлю. 3 минуты это осталось. Я же соберу эту голову, да? Да, конечно, кому она еще нужна. Если кому-то нужны бутсы, я отдам. Короче, кому надо. Вон, ДК, ДК же на танку. Он не может. Где там? О, а где лапа? Почему лапы не было, я не понял. Кирус, а ты в одного похилишь? И вы бы можешь стыкнуться. Я? Нет. Ой, блин. Кирус, эком, говорю, в одного похилишь. Ты сказал Кирус. Стыкнешься? Ой, блядь! И вы бы стыкнешься? ДД, быстрее залезу. Я ж офигел. Нифига себе. Сейчас я пожалуй, не сразу задержу. Сними метки еще с нас. А, да, сейчас. Вот, так и нет, сразу метки с нас и все. Ну что, да, он еще болтать будет, запусти за. А, да, окей, без проблем. Опа-опа-опа-опа. ДКшники могут сразу. Ты что там остался? Я портал сами взял. Портал? Давай. Зал стоит. Фангов таргет не могу взять из-за Лёхи. Лёха, ты иди нам. А, кстати, реально! Фух, я чё за хуйня? Нельзя, потому стенка стоит. Нельзя? Ты тебе... Зачем ты туда побежал, блядь? Интересно стало, чё. Ну, тогда нам Сани не хватило, когда он туда за стенку. А всё теперь, он не может туда прийти? Охуенно. Вот не, вернулся вон он. Да, бля. Чё ты меня байтишь? Опять прокнула ледяная ярость. Дай ему этот, шипы. Потому что у меня шипы 10 минут. Забываю. Так у меня тоже. В смысле? У тебя же начать. У меня в медведи они... А. Сейчас. Давайте. На коте нет. Сразу где расплат. Я дубовую прошу. Бейте, бейте. Герус, бам-бам, Герус. Бам-бам, бейте точно. Бля, ну так целка 25-ку у них пройдись. Если бам-бам не играется. А батя вообще где-то на последнем месте. Зато с бурста. О, да. Заехал. Вот это бурсты, конечно. Так. О, давай, выше Кероса, выше облаков. Даем обувь. Давай.
Я понимаю. Обидно за самого просто. 12, раньше 17 здесь было. Раньше было 11, сейчас почти 14. Но с 24 это много. Вася Тильт. Кого будет рейкаун показывать? Может, у меня завис неправильно показывает. Цариканский? Ботиночки. Ткани кольчуги. Вот рекаун. Смысл 11 у тебя я дал? Мне 12 дал. 12 ты дал. 12 300. 20. Ну, мне тоже так показывает. Вон бутсы выпали. Меня так показывают. А, ну они не на хосте. Бутсы нужны кому-то? Если кому-то нужны, я откажу. Если кому-то нужно, мне нужно даже. Какие бутсы? Там же ткань. Ну, тканевые. А зачем тебе тканевая меткость? Кому? Тебе. А мне зачем? Я говорю, кому надо, берите. Ты сказал, тебе нужно. Нет. Сказала, кому нужно, нажимайте, нажимайте, мне нужно, вот, я что скажу. Ты меня специально купишь? Да. Зачем ты так? Прорву, я полеху. Не оставил его ГМом, вот не злиться. Не, вот скажите, он сказал, мне нужны бутсы. Да, не, я сказал, нажмите, я, наверное, микрофон нажал, кнопку. И... Возьмите мне, ВБ в хила? Да, конечно. Потому что тут просядем. Хотя я там трэш, конечно, почистить тоже. Мы же быстро трэш убьем. Да зачем весь чист? Реально, нахер все. Ооо, сейчас он умрёт. Дайте гнев небес. Ты только не можно предиспейли себе? Посиди. Предиспей? Только ты же можешь его, да? Исследователи чуму надо первым глядь. Не, ну то я даже Керуса не догоняю. Ого, все, Керус домой. Все равно не об... В смысле, 41 у меня. Какой с... Ага. 47. Мне 41. 6. Ну, боец. Выкупай на хила. Прям тебе нужен на хила? Тебе на хила нужно? Да. То забирай тогда ты. Она не дорого стоит. 4К, по-моему. Все, откажитесь, пусть там куда-нибудь. ЕВБ выиграл. Ну ладно. Купишь у него, да. Он такой, 40 тысяч, не дешевле. Там, по-моему, 4 тысячи стоит или 5. 200, да, они вообще дешевые. 300 даже стоит. Я смотрел недавно. Они меньше 226-х на танке стоят. Ахуеть. Ну вон они его, его. Попроси его. Блять, мне вообще когда-нибудь бояшка упадет с этого жить. Все равно в дискорде сидит. Какая из десятки самая дорогая бояшка? Вот кольцо, вот это око ребра, да. Кольцо, да, там сколько? 14 каст. Кольцо ребра, да, нас. Кольцо каст. 25. Нет, это кольцо, которое я продавал на позапрошлой неделе, стоит 40. У нас 25-ки падает. Ты выб их с этого, да? Я с мешка выбил, да. Ну вот, с мешка падает с 25-ки тоже. Солка. Следователь, чему бить, он сейчас кого-то сидит просит. Чумки, кто у вас сидит? Там ты же обычно, да, сидишь? Да, он сидит. Сколько там? Чумки, так же ты посидишь. Так что сразу Мерседзеда проходим, то есть? А зачем все мы? Ну. Быстро убьем его с первого трая. Нет, просто мышь. Просто так. В чем мышь? Так с первого трая убьем. О, ленточка, которая же никому нужна была, блядь. Надо ему скриншот от... Кому?
Кому да надо? Никого. Женя выиграл. Женя бы сейчас заплакал. 2К куплю эту ленточку. Я отказался. И 3К дам, 3К за ленточку дам. Почему экону опять? Что это такое? Что экону? Все заслуженно, я считаю. А я не считаю. Тебе инер кину. Кинь ему бы инер тоже. Я? Да. Ну я свой кинул, потому что. Кинул. Денис, что ты мучишь? Я хочу ленточку, спасибо. Ну это не это что, повод мучать? А кстати, если достижение ты взял за ленточку, если ты передашь ленточку, достижение пропадет? Нет, не должно. Как это работает? Хрен узнает. Я сейчас умру. Ну, умирай. Спасибо. Ты меня будешь ты будешь виноват, что ты меня не выхил. Как может ДК умереть? Так мертвый. Факт. Но при этом мы все равно как-то умираем. Сейчас стойте здесь, я пойду там активирую сразу. Где, кстати? Ну-ка, попробуй передать. Байтишь, да? Что, есть человек у тебя достижения? Сзади мобы бежат. Исследователь, еще мы первому убейте, пожалуйста. Сейчас вот это, подождите, Сень. Еще могу, еще могу. Ой. Кто за топ? Он какой-то сразу свой спек взял второй? Ну да. Ну как она круто выглядит, эта ленточка же есть. Круто выглядит? Но мобы бежат. Куда? Ну. Че, тут два танка везде? Да, давай. На сейф. Просто тебе удобнее так будет. Просто если попросить легкую, думаю, он заслакает. Там же в ДК можно в ДД спить, просто фулстойку, если вы. А зачем? Тэпните сейчас меня. Шкафчик поставьте. Че, поставим возле босса, идем. Так что, двигался, засчитала ачивку, нет? Да, зачитала. А всем по кругу дайте очки? Пусть всем очки. Всем по кругу. Просто у меня еще и эта моделька в трансмоде осталась. И ачивка. А, реально, передайте всем. Давайте, передайте всем. По кругу пустили? Не, она уже удаляется. Это сильно дамажит. Засуманьте. Осталась лоу ленточка. Засуманьте. Дайте шкаф. Сейчас кругу пустили. Маэстро. О, ленточки до меня дошло. Кому следующего надо дать? Дроп. А мне не дали. А ее надеть надо? Да. Ай-яй-яй. По кругу пустили. Кого-то пустили по кругу кинария. Так. Вот там куда? Потом кирту, да? Тоже. Так всем давайте, ему. Только побыстрее давайте, у нас 2 часа осталось. 2 часа и 7 минут. Обузим, обузим. Пока можем. Женя узнает, расплачется, наверное. На этом, наверное, его попробуем. Все, по-моему, заюзали, нет? Нет, все. О, халява. Все такие думают, что же происходит? В гильдии. Все, все готовы. Что птица? Кому ленту эту отдать? Экон отдает его. Экон отменяет. Нам мне как бы и не нужна. Уже. Ставь себе. Дай мне тогда. Где ты там? Давайте быстрее. Там куда-то спектр. Угу. После 800 ты заберешь что-то. После 800. Или после 9 дармошек. Ну забирай у него. Так она в трансмуге осталась же. Ладно, РДД рейндж держите. Давайте под жопу миники заходим сразу.
А, кстати, есть такая фича, если все зайти сразу вместе под жопу, то две споры сразу можно разломать. Будем так делать? Может, без пинков. Давай, как обычно, убивали, да и все. Давай, как обычно. Без хуйни. 5, 4, 3, 2, 1. Тут Геруш сразу, да? Да, давай сразу. Просто хп побольше, чем у того. Скажешь, когда масса ходит? Подъедку удашь. Собирайтесь. Мне что-то маги с бурста начали. Да. Хочу больше на свою игру. ТП. Скоро сейчас будет. Соединяемся. Один в РДД разносите. Два умельков, да? У танка она была, я не видел. Сколько стаков у там? 6. Опять 2 миля. А, нет, не 2 миля. После 8 заберешь сам прочекаешь без анонса. Хотя тут в одного танка можно было, давай в следующий раз одного пойдем. Бросатель стремление. Он едку даст, его дает? Да, готов к массаку. Все, иди ДК, я забираю. Айсбаун к массаку, да, кстати. Бать, вообще нихуя не отдамажал. Напишите ему, пусть траву пособирает. Беди. Кому? Бля, ладно, трава. Да, он у нас в дискорде. Дробяшка упала. А, грозов позов в дискорде? Понял. Угу. Кстати, дробяшка, блин, на энха неплохо вышла бы. Без слота. Что-то на ханта был вот это. Бля. А так я знал, как он будет. О. Вот микрофон почти ужился. Дробяшка. А че никто не нажал, что ли? Этот... Вон. Нажмите, да. Сейчас я нажму. А тут никто не нажал. Мы сейчас в рейде. Тоже киас. Почти. Дом Киаза, мам, сюда. Биг холл. Да.